православных христиан начался Великий пост. Он продолжается 48 дней и является предпасхальным. Первые 40 дней именуют Великой Четыредесятницей в память о постничестве Иисуса Христа в пустыне. Затем после Лазаревой субботы и Вербного воскресенья начинается последняя неделя Великого поста – Страстная Седмица. Цель верующих в это время – очистить тело и душу от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Главными составляющими являются ежедневные молитвы, отказ от пищи животного происхождения, прощение обидчиков и избавление от зависти и злости. В этом году пост продлится с 18 марта по 4 мая. На следующий день наступит самый главный христианский праздник – Пасха. Мы сейчас, вот дни Великого Поста, Святой Четыредесятницы, можно сказать, возвращаемся к корням. И стараемся, конечно, говорится, в эти дни не вкушать скоромную пищу, то есть имеется в виду мясо, молочку, яйца, сыр. И больше всего, говорится, конечно, заботимся о том, чтобы искоренить из души недобрые намерения. Потому что начало грехопадения людей – это отступление от Божьей заповеди. То есть не послушались, соответственно, согрешили, вот, свою волю поставили выше воли Божьей. Вот, и через гордость потеряли райские обители.